Приветствую вас снова в игре. Так, вернемся. Dark Souls. И закончил я на том, что завалил какого-то демона-тельца. И начал пробираться. Капец, как тут все не обрушилось. Такие замки просто на краю. Вот, начал пробираться куда-то сюда. Ой, ты! Ну, дела. И пробираться дальше в поселение нежитей. Нежить, блин, разумная нежить. Никогда еще за нежить не играл. Есть, с одного удара уже валю их. Вот тебе. О, нет. Нереально. Это нереально. Это нереальные враги. Как с ними бороться? Они не дают ударить? Так, ну вот эту вроде убил. Получается, сильный удар против них вообще нет никакого смысла применять. Потому что эти мерзкие крысы его просто блокируют. Блокируют, причем своим ударом. И моментально меня отравляют. И у меня так ведь и нету никакого антидота. Это просто ужасно. Уезд нежити, но... Так, это что за волк стальной? Или жук какой-то? Не хочу. Пойдемте сходим наверх. Вот я из этих отвратительных крыс сейчас просто весь эстус солью. Еще один. Все. Невероятно. Еще один золотой рыцарь. Ну, я их так называю, стал называть они, потому что в таком вот золотистом доспехе. Итак, моя задача аккуратно сбросить вот этих гадов. Вот так это делается. Теперь надо аккуратненько перебить крыс. А, я видел. Отравился я не мгновенно, а я наполучал ударов, но эти удары просто очень быстрые. Так, надо, наверное, будет попробовать парировать. Кстати, да. Что-то я забыл про щит совсем. Так, включилось кольцо, походу, вон загорелся значок. Это значит, у меня повышенный урон. Ну, смысл на таком низком здоровье? Непонятно. Ну, разве что босса какого-то добить. Когда вы там с ним уже все в размен идете. Я хочу души забрать все-таки.
И я хочу отдубасить этого рыцаря. Что это было? Ладно. Напряжное место началось. Прям вообще вот, да, начался Dark Souls, судя по всему. Есть. Есть. Аккуратненько просто. Ни одного удара не пропустил. Вот так вот. Просто закрывался щитом, чуть отходил назад и смотрел внимательно на них и бил. Все получилось. На крыс лучше нахрапом не наступать. Если вот на нежить я просто налетаю как сумасшедший и все получается, то вот на крыс лучше действовать аккуратно. Вот мне не хочется идти туда, этот волчара же на меня сейчас набросится, или кто-то кабан какой-то стальной. Черт. Я вот просто думаю, куда мне, если что, прятаться. А, вот, наверх можно пойти. Да, это какой-то гигантский металлический боров. Я, пожалуй, обойду его. Красивый череп. Так, решетка закрыта. Ага, кабан на меня уже сагрился. Черт возьми! Черт возьми! Это было отвратительно. У меня просто не было шансов. Кабан выждал, пока я валяюсь, и потом, как только начал вставать, налетел на меня. И все. Так, ладно, понятно. Да, начался Dark Souls. Причем вот сейчас половина проблем — это камера снова. То есть я в первый раз, когда вышел вот в этой серии, упал. Вот опять из-за камеры я сейчас не на того напрыгнул. И все, и началась просто жесткая проблема. Да, камера в этой игре тоже ваш враг. Вот с этим вот автофокусом. Постоянно прыгает, и получается, я, например, вот иду вперед, потом автофокус куда-то перескакивает, и оказывается, что я уже иду назад. И падаю в какую-нибудь яму зловонную. Да ты проклятая мразь. Нет смысла играть.
под ядом вообще никакого. Черт с этими душами, которые я там потерял возле кабана. Мне уже все равно. И да, вчера так хорошо шла игра, сейчас прям все. Я начинаю страдать. Щит поглотил физический урон, но при этом чуть-чуть заполнилась шкала яда, но совсем немножко, так что да, щит тащит. Кабанидзе обходим. Какое неудобное место, да куда ты? Идиотская камера, я тебя ненавижу. Вот снова я из-за камеры автофокус поймал кабана, причем я не хотел вообще его включать. И все, и персонаж пошел на этого кабана и свалился. Ну ладно, к счастью, я выжил, но мне просто повезло. Так, ладно, смотрим. Чуть-чуть назад вернусь, потому что я как-то пробежал неосознанно. Так, вот кабан. Ах ты, жирный ублюдок. Иди сюда. И сейчас тебе бэкстаб. А, не работает. Так, ну я справлюсь с кабаном, я вижу, что я с ним смогу справиться. Просто вот так вот его сюда загонять. Вот и все. Так, сколько? 750 душ, неплохо. Кабаний шлем. Ну вот, теперь хоть безопасно здесь. Ты кто? Иди сюда. Так, давайте-ка погляжу, я что там не посмотрел. Mm.
Нет, ничего нету. Ну ладно. Таинственный ключ. Напоминает обычный ключ от тюремной камеры. Назначение ключа неизвестно. Видимо, это ключ от обычной тюремной камеры. Но полезли наверх. Пока непонятно вообще, куда я иду, что я тут делаю. Ага, понятно. Предмет на балке. Первый подобный в этой игре. Это замечательно, но как мне туда попасть? А, вот же. Большая душа пропавшего мертвеца. Так, это я где? А, я над кабаном, над входом. Все, понял. Какой-то большой-большой нежить, рыцарь-нежить, судя по всему. Либо это в плаще такой же вот золотистый. Если он такой же по силе, то мне хана. Даже не знаю, что сделать. Ладно, попробую аккуратно. Есть, справился. Осколок титанита. И рыцарский щит. Замечательно. Так, смотрим сразу. Рыцарский щит. Требует 10 силы. Физическая атака 68. Снижение урона 100. Физика 30. Магия 60. Огонь 40. Молния. Стабильность 56. Так, а вес у него 5,5. Ну да, лучше моего, если рассматривать физурон и огонь. Потому одеваю его. Так, я правда, конечно, потяжелел, стал медленно кувыркаться. Так, а со своим щитом, ну-ка, с кадуцеем. Ну да, с кадуцеем я еще довольно резок. Потому что загруженность 24,5, то есть 48-49, если умножаем на 2, меньше половины.
Даже не знаю. Ну ладно, пока что со своим щитом похожу, потому что огня еще как такового не было. 15% от физики не так страшны, не так влияют, как скорость переката. Подкачаю выносливость. И вот тогда уже, да, буду носить все эти щиты новые, тяжелые. Так, очередной какой-то дворец или что там. Как летняя терраса какая-то. Очень красиво выглядит, к слову. Как говорится, здоров, бугай, а толку мало. Так, можно пойти туда. Вон какая-то башня. А, внизу пропасть. И я даже не знаю сейчас, куда идти. Вот у меня такое предчувствие, что этот мост рухнет. Он какой-то ненадежный. Может быть, и не рухнет, но пока не хочется идти. Во, здорово. Как хорошо, что я сюда зашел. Ключ от подвала нашел. Открываю дверь в нижний город нежити. Открывает узкий проход под великим мостом в городе нежити. Нижний город нежити – очень опасное место. Не показывайте спину коварным ворам или диким собакам, которые служат демону Капре. Под великим мостом в городе нежити? Что это за великий мост? Ладно, пока что... Открою, здесь этот кабан был, я так понял. Да. Стальной кабан. Алебарда. Так, сразу смотрим урон. Внушительный урон. 16 силы, 12 ловкости. Не хватает единички ловкости. Владеть этим оружием с длинным древком, сочетающим топор и копье, трудно. Для этого требуется сила и ловкость. Алебарда позволяет наносить два вида ударов. Выпады, как копьем, и широкие взмахи. Однако любое неверное движение ставит воина под удар. Я понял. Блин, вот эти значки реально можно было поменьше сделать, я так считаю. Вот где у меня оружие и щит. Какие-то они слишком гигантские, на пол экрана почти. Осколок титанита. Так, и вон какой-то рыцарь со щитом и с цепом, что ли, от не вижу, или с булавой. Это босс, наверное. Там он еще фреска какая-то сзади за ним. У меня предметов-то никаких нету, бомб, ничего такого нету. Вот гад со спины меня хотел прирезать. Черт, какой он большой. Что-то мне не хочется к нему подходить. Так, в обход никак, да? Что? Вот я услышал, да, я услышал какое-то шептание, бормотание, но я не понял,
кто это, откуда. И я увидел лестницу. Так, бежим. Ну дела, вот я забрел. Все, мне конец. Вообще без вариантов. Черт, это было жестко. Так, и что мне делать? Куда мне идти? Мне кажется, мне не по зубам эта локация. Тут какие-то гигантские пошли монстры. Я, конечно, не пробовал бить их, ни одного удара не нанес, но... Да не того. Ну ладно, черт с тобой. Хотелось бы просто пробежать мимо крыс, но не получится, они слишком проворные. А, кабан одноразовый. Это же замечательно. Я сейчас думал, мне надо будет снова... Да как он меня достал? Я не понимаю. Я ж бежал. Бег, конечно, здесь не самая сильная сторона героя. Ух ты как! Как он удачно подошел под удар, прям вообще. Да, я помню, что ты тут за углом, гад, спрятался. Ух ты, я только что научился очень быстро пить эстус. То есть вот я нажал кнопку действия, он поднес этот эстус ко рту, и когда он только начал, ну, заканчивал пить, я быстро нажал еще раз, и он тут же второй глоток сделал. Или это багануло что-то, или это реально такая фишка. Так, ну и что мне делать? Вот этот рыцарь за мной погонится. Наверху там кто-то стреляющий. А я просто хочу вернуть свои души. Ладно. Да дай пройти, черт тебя подери! Проклятые ублюдки! Вот мелкие мрази! Просто встал в проходе и ни туда, ни сюда. А черт! М-да. Ладно, короче... Наобум бежать абсолютно бессмысленно. Надо сражаться. Либо я смогу с ними сражаться, либо я не смогу с ними сражаться. Если я смогу, буду потихонечку продвигаться вперед. Если я не смогу, ну... Тогда два варианта. Либо фармить,
что очень нудно и неинтересно. Либо... либо идти в другую локацию, но вопрос куда? Еще я каких-то два ключа нашел, которые непонятно откуда. Идеально. Ладно, я завершаю серию. Я не знаю, что мне делать. Увидимся.